Ну, у них, видимо, своя тактика, они ее придерживаются. Купи завод и работай в свое удовольствие, да? Разговаривал тут с несколькими представителями бизнеса на прошлой неделе. Что-то, блин, резко обо мне там все вспоминать начали. Звонки какие-то пошли, там, типа, ты где, куда, иди сюда. Вот, соответственно, просто делюсь впечатлениями. Все плачут одну и ту же песню. Вот это по поводу нытиков там и так далее. Это вся жизнь состоит из нытиков. Продаж нет. Бабла у народа, говорит, ни хрена нету. Что делать дальше, не знаем. Это вот, вот такой представители бизнеса, что говорят. Вот. И с представителем госструктур с одним пообщался из экономической области. Вот. Говорит, полная жопа. Так, в двух словах, если... Не вру, честное слово. Вот как мне говорят, вот вам передаю. Не знаю, правда, неправда. Может, конечно, это личные какие-то там мнения человека там. Но вот так, как факт.